Шайба в воротах. Дал кипер Юниор оказаться. Еще один бросок, и это первая шайба. Вот такая вот, немножко даже неожиданная. Не смог справиться с этим. А Милюсик ниже передачу отдавал. Бросок, и это 2-0. Это 2-0, а Милюсик, судя по всему, сам и замкнул. Еще раз смотрим, направо передача. И такое тонкое подставление. Ключ, центр передачи последовал, и как же здорово встречают. Ай-яй-яй, выход 1-0, забрасывать же здесь нужно. Бросок, это 3-0. Ну как же так, не уследили за хоккеистом сборной. Остался он на синей линии, выбежал 1-0 и спокойно переиграл голкипера Александра. Еще одна передача, тонкий пас дальше. И первая шайба юниора в этом матче. Друзья, ну это обязательно нужно отметить. Первая шайба в этом матче. Классная комбинация. Очень классная, очень техничная. Да, забрасывает все-таки сборная. А здесь такой немножко неочевидный момент, и юниор. Ну вот похож. Да, сборники атакуют, они очень бодро и весело проводят концовку третьего периода. Понимают они, что они победят, и это 5-1. Это 5-1. Набирают очередные 2 балла в этом турнире. Передача под дальнюю штангу, классная. Но все-таки сможет огорчить оппонента. 5-2. И таким образом у Юхневича появляется возможность.